зовут Радмила Киргенбаева. А это моя младшая сестра. Меня зовут Алиса. Мы приехали из Ханты-Мансийска на 5 смен. И мы тут уже с самого начала лета. Сборы очень хорошие. Мне нравится. Тренера хорошие. Шутят постоянно. Некоторые строгие. Да, все замечания говорят. Показывают, где неправильные ошибки. Показывают, как правильно делать. Опа! Опа! Пошли! Я сейчас, Ева! Меня зовут Полина Богатикова, мне 12 лет. Я уже сюда приезжаю третий год, и мне очень сильно нравится эта академия. Есть много ребят, можно с ними потренироваться. Здесь интересно, есть английский, можно ходить на бассейн, дополнительные ФП. Егор Михайлович, Евгений Александрович, еще два тренера. Я с ними уже третий год как тренируюсь, но не могу запомнить их имена, потому что я с ними индивидуально никогда не тренировалась. Но они тоже очень хорошие тренера. На теории тенниса нам рассказывают много про техники ударов. И мы смотрим игры и разбираем все. На английском языке мы изучаем английский язык. Учим удары, бэкхенд, смэш, слайс, резанный. Слайс, слайс, форхенд, бэкхенд, бэкхенд, again, again, бэкхенд. Backhand, backhand, again, backhand. Good, winner, winner, winner. Меня зовут Александр, это моя супруга Елена. Здесь у нас наш сын Артемий находится на тренировочных сборах. Ему все очень нравится, тренировочный процесс, как проводится свободное время. Питание ему тоже очень нравится, потому что у него не всегда бывает. Сейчас он участвовал в турнире у нас в РТТ. Мы приехали посмотреть, поболеть. Тоже неплохо выступил. Артемий сказал, что у них сегодня вечером будет форт-боярд. Ему очень нравится эта игра, они будут играть. Зарабатывать, я так понял, золотые монеты. Здорово, что такие есть игры, и не только теннис, но и всякие такие интересные развлекательные моменты есть. Раз, два, три, ура!